Наиболее острые вопросы развития Ингушетии обсуждались сегодня на встрече Владимира Путина с президентом республики Муратом Зязиковым. Одна из проблем – самый высокий в стране уровень безработицы. Однако, по словам Зязикова, в последнее время наметилась позитивная динамика. Если ранее безработица составляла 60%, то в настоящее время уже 27%. При этом республика занимает первое место по рождаемости и по продолжительности жизни. Также в ходе беседы Владимир Путин отметил, что в республике растет число малых предприятий. Как положительный момент можно отметить рост количества предприятий малого и среднего бизнеса. Все-таки в 6, по-моему, 2 раза за последние 4 года выросло их количество и объем производства на этих предприятиях увеличился почти в 4 раза. Это неплохо. Да, эта динамика хорошая, но мы стараемся не мешать. Помогать, наоборот. У нас и чтобы бизнес был открытый, и чтобы малые предприятия помогать им, малому и среднему бизнесу. Потому что это то, на чем мы как бы основываемся. Эта работа будет продолжена.